Нейтралитет Молдовы не является препятствием для установления и налаживания отношений с НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Республики Молдова в интервью для телеканала Евроньюз. Юрий Лянко уточнил, что для того, чтобы Молдова в действительности стала нейтральным государством, на ее территории не должны находиться военные из других стран. Согласно Конституции, Молдова является независимым государством. Есть страны, которые являются членами ЕС, но в то же время они не входят в военные блоки. На мой взгляд, Молдова может остаться на тех же позициях и сохранить нейтралитет. В этом смысле, для того, чтобы стать по-настоящему независимыми с военной точки зрения, мы должны обеспечить, чтобы на территории нашей страны не находились военные других стран, а также выполнить внешние и внутренние условия, чтобы стать действительно нейтральными. В то же время, нейтралитет не является препятствием для продвижения тесных отношений с Североатлантическим альянсом. Заявление премьера сделано как раз в момент активизации присутствия на территории Молдовы военных из Румынии, которые являются участником блока НАТО. Более того, на прошлой неделе официальный Кишинев ратифицировал соглашение о двустороннем молдо-румынском сотрудничестве в военной сфере. По словам оппозиции, этот документ фактически легализует размещение на территории нашей страны наступательных военных подразделений, которые будут обладать неограниченными действиями. Возможность использования дорог, воздушного пространства, строительство собственной инфраструктуры. Вы все им даете возможность сделать. И не указывайте сроки, сколько эти учения будут длиться. Зачем нам сейчас этот договор? Он лежал на полке с 2012 года. Неужели нельзя было его там оставить и дальше полежать? Ответ на поверхности. Вы готовите правовую базу для нахождения вооруженных сил другого государства на территории Республики Молдова. Вы соучаствуете в развязывании вооруженного конфликта на Днестре. Наша фракция категорически против военного сотрудничества с Румынией в ситуации, когда не решен вопрос территориальной целостности страны. Мы категорически против, так как он противоречивает Конституции Республики Молдова. Более того, через неделю после ратификации этого соглашения, а также ровно через день после того, как Юрий Лянко заявил о том, что нейтралитет не является препятствием для сближения с военным блоком НАТО, в прессе появилась интересная информация. Румыния взяла на себя обучение молдавских карабинеров. Сегодня в центре подготовки румынской жандармерии в Окюрь уезда Дымбовица был официально дан старт проекту укрепления способностей войска карабинеров Республики Молдова. По словам румынских властей, в рамках проекта сотни молдавских офицеров внутренних войск пройдут обучение и примут участие в совместных маневрах с румынскими жандармами. Обучение будет происходить как в Румынии, так и в самой Молдове. Все происходящее противоречит молдавской конституции. Согласно предписаниям статьи 11 высшего закона страны, Молдова объявила о своем постоянном нейтралитете и не допустит дислокации на своей территории военных подразделений других стран.